yourself in the thought of carrying coffins. We were so alive, only to see us wither and die. Люблю тебя, очень сильно люблю тебя, спасибо. Я тебя люблю! Ну что, приехали мы в ЗАГС, вот сейчас будем расписываться. Дела серьезные. 22 сегодня ноября. Да, мы сделали это заранее, вот делаем это заранее, поэтому вот буквально через 6 минут нас ждут на роспись. Через 6 минут мы станем мужем и женой официально уже, вот поэтому. Он мой муж, а я его жена. Вот такие вот дела, в общем, любите друг друга. У меня руки трясутся, да здесь камера не тряслась. В общем, запомните нас такими красивыми. А Саша, зачем запоминать-то ему? Мы всегда такие будем. А Саша говорит, а что ты, Женька, не переживаешь? Я говорю, ну потому что мой мужчина как бы все держит внутри, а женщина у нее все наружу. Я даже говорить толком не могу, потому что все, уже время близится. Приблизилось все, уже. Все, пошли. Вот она идет, красивая! Платье красивое, самая лучшая невеста. Поэтому меньше слов, больше подарков. Руш, что ты можешь сказать? Фитнес-клаб, да? Здравствуйте, кто вы?
Что касается тебя, я тебя знаю очень давно. Я очень хорошо к тебе отношусь. Именно питаю очень теплые чувства. И могу сказать, что ты мне все время напоминаешь актера Джим Керри, который все свое время на экране очень веселый, очень такой бодрый парень. А все равно наступает время, когда внутри он достаточно такой меланхоличный, такой очень грустный. И поэтому, что касается Саши, вот Саша, как раз она та зажигалка, которая никогда не даст тебе грустить. Ребят, вы большие молодцы, что я могу пожелать? Вы еще очень молоды, да, и поэтому у вас еще все впереди. Но это правда, Жень. А, мне кажется, ты не состаришься никогда. Ты всегда будешь таким веселым, озорным, очень добрым, прекрасным. Я очень рада, что сегодня на этом мероприятии присутствует твой сын. Вот случилось, но после слова «вот случилось» не хочется, чтобы это восприняли по отношению к себе. Мы это сделали не ради вас, не ради того, чтобы сказать это сейчас. Мы это сделали ради любви, мы счастливы, и это прекрасно. И... Да вы на что уж говорите? Можно я тебе? Да, да, да. Я не плакала, как никогда. У него канатная сторона не ехала, и весь этот месяц терпел. Все мои капризы, все мои выходки. Я очень благодарна. Спасибо тебе большое. И хочется отдельное спасибо сказать всем телезрителям, которые голосовали за нас, которые поддерживали, болели. И я потому что без них мы бы эту свадьбу не выиграли. Правда, спасибо вам огромное. 100%. Все. Всем счастья, всем любви, всем удачи. Поставьте, пожалуйста. Воспринимаю как мгновение. И поверьте, вы все в этом мгновении. Но не все. Я же в самом начале вечера говорил, эти люди, с которыми у меня не может быть связано какие-то финансовые отношения. Поэтому два первых куска торта и навис сверху. Раз. Не раз, а один. Два. И здесь. Три. Стоп. Сейчас. Да. Первый кусок торта мы кладем. О, какая красивая начинка. Можно тебе вторую тарелку? Подожди. Вот здесь два. Будь любезен. А я на похвале. Мамочка, это вам. Я вижу, мой сын расстроился. Тебе придется купить, брат. Он знает кое-что про фисташковое.